Я вам денюжки принес за квартиру за январь. Вот спасибо, хорошо, положите на комод. Вечером гуляю себе и гуляю, нога на улице прямо. Просто так гуляю, без задней мысли, не без передней. Просто для здоровья. Еще не хотел выходить-то. Потом вышел чё-то. Гуляю и гуляю себе. Хожу просто мимо помойки и все. А я всегда там гуляю. Привык, что ли. Просто хожу, смотрю по сторонам. Смотрю и смотрю себе. Смотрю, торчит что-то. Внутренний голос говорит, не бери. Нога несколько раз так, не бери. Еще и не хотел брать-то. Потом взял чего-то. Сверток. Там 100 тысяч долларов. Ну, понятно, потерял кто-нибудь. Внутренний голос говорит, пошли домой. Нога несколько раз так, пошли домой. Еще я хотел пойти домой-то, а пошел что-то в милицию. Пришел, говорю, не надо никаких благодарностей, просто оформите все, заберите деньги. Деньги они сразу приходовали. Капитан говорит, о, молодец вы какой. Нашли 100 тысяч долларов, сразу к нам. Очень хорошо. В полнолуние нормально себя чувствуете? Нормально. О, смотрел, смотрел на меня, спрашивает, а 5,5 сколько будет? Я говорю, 25. И, видимо, он не ожидал правильного ответа, растерялся. Потом кладет перед собой револьвер, говорит, что мы все вокруг да около. Давайте поговорим чисто по-человечески. Вы нормальный человек, нормальные деньги не принесет. Вы принесли. Значит, что-то здесь не так. У нас тоже не все, слава богу, с раскрываемостью преступлений. Что если я никому про 100 тысяч, а вы возьмете на себя 2 убийства, одно изнасилование и вон машину? Я говорю, давайте. Только машину я не умею водить, изнасилуют у меня, рука не поднимется. А в то, что я могу убить, вообще никто никогда не поверит. Он встал, китель одернул, говорит, о, я уже вам верю. И вызывает кого-то. Тут же с бумагой, ручкой входит писец. Не, писун. Не, правильно первый раз сказал, писец. Внутренний голос говорит, отрицай все. Несколько раз громко так, отрицай все. Главное, я решил, буду отрицать все. А сам что-то говорю, убийства, что были за последние 10 лет мои. Изнасилование, хранение, скупка краденого, чеканка фальшивых монет, подкуп, поджоги, наводнение, это все мое. Кроме того, записали на меня все, что у них накопилось. Запугивание ОМОНа. Запугивание. Не, правильно первый раз сказал. Запугивание ОМОНа. Охаивание отечественной порнографии, осквернение пивной и 2 самосожжения. Они сбегали, кофе сварили, печенье достали. Вообще, как мы подружились. А знаете, говорю, кто Кеннеди убил? Кто? Я? Капитан достал из сейфа бутылку водки, колбасу, выпили все на брудершафт. А знаете, говорю, кто организовал татаро-монгольские игры? Кто? Я? Они встали. Капитан чувствует, скоро майором станет. Спрашивает, ваша настоящая фамилия? Я говорю, Аль Капоне. Капитан посерел маленько. Не, посерел. Не, правильно первый раз сказал. Посерел маленько. Короче, нехорошо получилось. Говорю, я пошутил. На самом деле я из налоговой инспекции. Откуда у вас 100 тысяч долларов? Капитан, вы же принесли. Я говорю, когда? Да только что мы еще на брудершафт пили. Я говорю, с кем, чего вы несете, я не пьющий. Капитан чувствует, скоро лейтенантом станет. Говорит, надо же, чтобы человек человеку верил. Я сказал, о, и пошел домой.